Здравствуйте. Привет, солнечная Италия и София из Санкт-Петербурга, дождливого и холодного. Дрон. Эд. Да, Дрон энд Эд приветствует вас. Вот, желаю вам хорошей погоды и крепкого здоровья. Мы, собственно говоря, музыканты, новаторы, авангардисты. Совмещаем фольклор, духовные практики и современные звучания. Все это в одно объединяем, компилируем. И на выходе получается такой noise folk, как мы это назвали. Совмещаем электронную музыку со всеми народами мира музыкальными инструментами. Дружим с Тувой, Республика Тува, мой второй, третий, четвертый, пятый, дом родной. Друзья, Кунхурту, Радик Тюлюш, вместе играем, опять-таки импровизируем, делаем что-то новое. Что-то старое. Что-то старое. Не повторяемся. Вот. Участвуем с великим множеством проектов, как тувинских, будь то Радик Тюлюш, Тувинский национальный оркестр, Homey Beat. Наш проект называется Drone and Dead. Еще есть сайт-проект Мхи, Сказы леса. Великое множество. Нет, у нас тут все хорошо, мы уже немножко начинаем подмерзать, поэтому думаем, что в солнечную Италию мы скоро прибудем и представим свое творчество. Это очень любопытно, необычно, внове, так сказать. Так что Болгария, ждите нас! Италия, ожидайте! Мы скоро, да. Подожди, подожди, еще раз. Презентация программы. Сегодня у нас презентация программы. Называется Drone and Dead Adventures in Deadland. И мы при поддержке Юрия Элика, известного виджея. Он сегодня будет на стену свои проецировать видеоинсталляции. Вот. Так что пожелайте нам удачи. И мы друг другу желаем удачи. Очень волнуемся. О, мне под мехом.